Доброго времени суток. Сегодня у меня будет на обзоре вот такой вот интересный коллекционный красивейший кристалл. Хотите, называйте его камень, такая глыба. Это аметист. У него много достоинств, о которых я сегодня и расскажу. Но когда достоинств много, обычно один самый главный недостаток, возможен не для всех, конечно, но для большинства, это цена. Но это как, допустим, уже у Мерседеса, да, все хотят практически, всем он нравится, но ездит на нем не все. Название аметиста происходит из древнегреческого языка «не пьяный, не опьяняющий», и по преданию древних предохраняет своего владельца от пьянства. Вот, наверное, именно поэтому я и не пью. Бывают сами аметисты, естественно, различных форм, видов. Что касается именно данного этого экземпляра, обратите, он в агате. Вот такая окантовка. Вот сами посмотрите, какие красивые кристаллы. Я пока рассказываю, вы внимание обращайте, да, если вам меня не интересно слушать, вообще можете отключить сами там. Если, может, кто-то больше знает про аметист, то просто посмотреть, получать удовольствие. Ну так вот, посмотрите, как он в агате расположен. Аметист был популярен и известен еще в Древнем Риме и в Древнем Египте. Его называли благословенным камнем. Считали, что он приносит благо, покой, удачу, успокаивает нервы и улаживает распри. Так что аметист использовали с древних времен до настоящего времени. И как вы понимаете, он получил широкое применение. А добывает ему по всему свету. В России, в Уругвае, в Бразилии, на Мадагаскаре. Ну а я вам сегодня пожелаю любви, верности, счастья, добра, взаимопонимания. Естественно, не болеть. Всем большое спасибо за просмотр, огромная благодарность за лайки и репост моих видео. Спрашивайте, задавайте вопросы, комментируйте, пишите, что вы хотели бы увидеть. Всего вам доброго, до новых встреч!